Наверное, талант все-таки существует. Такое понятие. Потому что я сам не раз встречал людей, музыкантов, глядя на которых я сам разевал рот и спрашивал, где ты учился, там, парень, где ты всему этому научился. И то есть человек, когда отвечал нигде, и никто ему этому не учил, вот, тогда я еще раз убеждался в том, что талант есть. И это, скорее всего, просто дается, его нельзя не как-то привить себе, не нажить, не нарастить талант. Либо есть, либо он нету. Но одного таланта мало. Это я говорю точно.